Привет! Можно привлечь на свою сторону невероятное везение, не уповая на благосклонность судьбы, а упорным трудом и приобретением различных навыков. Удачливые люди создают, не упускают и используют случайные возможности в своей жизни. В этом выпуске мы для вас собрали подборку удивительных моментов, которые удалось снять на камеру. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под этим видео. Есть особая романтика в том, чтобы ехать с открытым окном, а ветер развивал волосы. Но если они настолько длинные, нужно быть осторожным. Они могут накрутиться на колесо. С мотивацией у него точно все в порядке. Такие навыки требуют неистовых усилий. Может быть, шлагбаум бдит местный дресс-код, в который не вписывался пуховик девушки? Если бы это произошло на доли секунды раньше, жесткая посадка была бы обеспечена. Не зря Локи – бог хитрости, он даже может проникать из виртуального мира в реальный. Быть мамой вовсе не просто. Нужно быть внимательной и всегда держать ситуацию под контролем. Со временем, видимо, даже вырабатываются такие сверхспособности. Кажется, что репортершу сдуло холодным воздухом игроков. Радуга по заказу может быть настоящим хитом различных праздников. За такое разочарование голуби, должно быть, еще отомстят в своей излюбленной манере. Четкий расчет времени в авиации играет важнейшую роль. На видео один Airbus взлетает, в то время как другой садится. Она, видимо, еще не привыкла к новой должности, а опыт ведущей прогноза погоды никуда не исчез. В игре здесь важно не столько хорошие броски мяча, сколько умение держать равновесие и плавать. Снос зданий подрывом с использованием взрывчатых веществ – оптимальный способ демонтажа. К тому же, то, как синхронно сложились башни – потрясающее зрелище. Оказалось одновременно хорошо и плохо, что мимо проезжала пожарная машина. Он выглядит слишком крутым для работы на кухне. Настоящая услада для глаз всем любителям идеального порядка.
Поражение цели на расстоянии – настоящее искусство, отдых и спорт. В метании ножа можно достичь результатов, которые поразят очевидцев. У парня вышло выполнить идеальный прыжок через круг. Есть подозрение, что этот мужчина далеко не новичок в боулинге. Владыка грома и молний? Тор, ты ли это? Вот она, грация и находчивость кошек. Чудеса физики или нереальный расчет? Этот игрок смог удивить всех. Можно сказать, что он запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. В такую снежную погоду вряд ли кто-то захочет справлять нужду здесь. Такое происшествие может нанести вред и окружающей среде, и водителю. Не зря смола относится к опасным грузам и требует особых условий перевозки. Так нечестно. Этот малыш сделал всю работу за рыбаков. Сложно сказать, что именно произошло, но похоже, они столкнулись с конкуренцией за свое место под солнцем. Не зря говорят, что женская судьба существует до тех пор, пока интересы женщин не пересекаются. Друзья, надеюсь, наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках!